Более 50 встреч за сборную СССР. Более 100 забитых мячей в различных турнирах. Участник и призер чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Виктор Колотов – человек-легенда. Эти улицы и дома прекрасно помнят великого нападающего. Ведь здесь он начинал свои первые футбольные шаги. Пожалуй, это символично, что именно здесь, в Зеленодольске, проводится турнир памяти Виктора Колотова. Мальчишка, а я уже заканчивал. Исходно было 69-й год был, когда сразу показал себя зрелым игроком, настолько зрелым, чтобы все настолько удивлялись, что такой молодой, так вписался в рубинга, так здорово стал сразу играть. Ну, просто участвовал, особенно Сентябрёв. Спасибо, что ты обогатил наш российский, советский футбол. Но ты, так сказать, гордиться тобой, Зеленодольск, и этот памятник не случайно поставлен тебе за то, что ты вырос здесь, в Зеленодольске. Вот. И в этом большая заслуга и Востокова, ну и ты своими данными сумел сделать так, что помнит о тебе вся Россия.